Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? О том, что очень приятно работать с программой «Автостоп». Настолько приятно, что у меня человек, поработав со мной полгода, поменял себе все машины и купил себе практически все новое. То есть он занимался чем? Он занимался продажей запасных частей. Так что, если у вас есть большой вариант, и вы сможете это сделать, то это даже денег вам не будет стоить. Только мы сделаем с вами все это дело по взаимозачету. Вы мне даете замечательные то, что мне нужно, а у меня машин сейчас много-много-много, и у вас будет полнейшее удовольствие. Другой вариант, где вы все-таки какие-то запасные части можете брать, это не проблема. Очень хорошо работает Китай, потому что Китай сейчас на первом месте, он будет идти дальше. И вы даже не представляете, когда я был в Китае, я увидел, что сам Пекин ездит на... Там вообще иномарки не китайские, это вот в Пекине все подряд. То есть все эти машины, которые продаются в Пекине, сделаны в Пекине, потому что это, как бы вам сказать, если мы будем говорить про Соединенные Штаты Америки, население там не такое же большое, а вот Пекин, да, вот там, в Китае, там вообще просто кошмар. И они все забирают. Мало того, все делается там, естественно. Другой вариант. У меня, конечно же, есть машины подраритетные, которые необходимо построить. И вы, в принципе, можете это сделать. Да никаких проблем нету. Я к вам приезжаю, вы берете эти машины, а там ничего не нужно сделать, слегка кое-что подварить, то есть нету хлама. Просто немножко надо переделать. И все, и у вас удовольствие полное качество. Потому что даже если эта сумма чуть-чуть больше, чем мы с вами договариваемся, мы просто все это дело пилим, и вы получаете изумительный вариант. Изумительный вариант, изумительное удовольствие и то, что нужно, потому что у нас есть программа. И сейчас мы можем сделать так, чтобы эта программа работала для вас.